Теперь очень важно, ну не важно, очень часто бывает такая ситуация, что конкретной категории клиентов нужно дать промокод на скидку. Промокоды за это, как бы, это купоны в WooCommerce. Ну, то есть это на самом деле купоны, это купоны, но купоны можно модернизировать под промокоды. Вот во вкладке WooCommerce есть подкладка купоны. Заходим. Вам нужно создать свой первый купон, кликаем. И когда будет хоть первый купон, тут будет наверху кнопка «Добавить новый купон». Назовем код купона «Sale». Да? Здесь описание можете дать. Сумму выбираете процентную, процент или фиксированная скидка на сумму корзины или на товар. Мы процент скидки, да, величина купона, то есть размер скидки будет 20%. 20 просто без знак процентов не ставите, потому что мы указали, что это процент скидки. Если хотите, можете разрешить бесплатную доставку. Дату окончания купона можете сделать там позже, да, допустим. Но я не буду ничего вводить. Далее переходим в подвкладку слева ограничения использования. Здесь можно указать минимальный расход, то есть минимальную максимальную сумму заказа, при которой купон распространяется. Ну, допустим, давайте от 5000 минимальный расход, максимум не поставим ничего. Отметьте, здесь нужно галочку поставить, если купон нельзя использовать вместе с другими купонами. Исключить товары со скидкой. Давайте поставим, исключим товар со скидкой. И можно исключать какие-то конкретные товары. Ну, тут все просто. Почитайте, посмотрите. Ну, я, в принципе, все так рассказал. Следующая подкладка – лимиты использования. Можно будет у нас ли ограниченный лимит, то есть можно поставить ограничение на количество использования этого купона одним пользователем или ну там различные варианты есть, но в основном на количество использования одним пользователем распространяются лимиты. Я ничего делать здесь не буду, устанавливать не буду и просто кликну по опубликовать. Все, купон заведен. В конце, на последнем уроке, когда будем просматривать, как работает интернет-магазин, вы все подробно увидите в действии, и в действии вы увидите в подробностях, как действует данный купон. По созданию купонов, то есть промокодов, на этом все.